Конечно, знаю, медконсультант. Это летчик. Он воевал в отечественном, герой Советского Союза, потом испытывал самолеты и потом уже погиб. Ну, хан, как говорится, султан. Ахмед хан султан, летчиком во Второй мировой войне был. Нет. Честно, не знаю. Ахмед хан султан. Ахмед хан султан, а, знаю. Знаю. Ахмед хана султана знаю. Ахмед хан султан, героем, ну, летчиком. Мы должны знать своих героев. Ахмед хан султан. Да, Ахмед хан султан. Летчиком. Вот. Ну, так сильно и не знаю о нем много. Да, конечно, знаю. Героя войны, дважды героя Советского Союза, Амедхана Султана. Да, знаю. Амедхана Султана. Летчик. Амедхан Султана. Герой Советского Союза? Нет. Да, это дважды герой Советского Союза, летчик-истребитель Амедхан Султан. Я понятия не имею. Какая площадь? Амедхана Султан. Вон. Кто это? Герой. Летчик. Амедхан Султан. Дважды герой Советского Союза. Как его нельзя знать? Надо помнить его. Это наш герой. Это все должны знать. От вот таких до таких.